это у нас цель готовой продукции 15 тысяч квадратных метров. Здесь у нас 4900 квадратных метров. То есть вот это в первую очередь. Ознакомиться с промышленным потенциалом муниципального района, оценить темпы развития предприятий – такова цель рабочей поездки экспертного департамента президента. Один из интересующих объектов – пивоваренный завод. Здесь, в индустриальном парке Чистополь, делегация экспертов оценила возможности строящегося предприятия. Это серьезно пополнит экономическую базу и основу города, района, ну и, конечно же, также в копилку, налоговую копилку нашей республики. Серьезно. Это серьезный проект Тарспетпрома, это серьезный проект наших промышленников. Я думаю, что он займет серьезное очень место, видное место, значит, в пищевой промышленности Татарстана. Делегация ознакомилась с особенностями строительства пивоваренного завода, прошлась по производственным помещениям. Уже сейчас известно, что предприятие рассчитано на 300 рабочих мест. Как пояснили экспертам, производство пива будет полностью автоматизированным, и продегустировать первую партию продукции можно будет уже этим летом.